А видео нажать, не вариант. Ну да, наверное, шоколад в идеале будет. Кстати, сейчас я вам покажу. А, всем здравствуйте, извините, я просто это... Мы тут намутили. Смеленчик будет брови делать, татуаж бровей и губ, если я выдержу, конечно. Но брови я точно выдержу, но брови губы... Брови однозначно ты выдержишь, потому что это не больно. Я тебе их первый проход, я тебе даже не буду их обезболивать. Угу. Ты почувствуешь, чтобы у меня игла шла ровно, я тебе обезболивать их не буду. Второй проход, естественно, я буду тебе обезболивать. Потому что кожа будет травмироваться. В общем, жесть. Все какие-то еще... Заказывала, что у меня здесь есть. Пробные малышки. Просто смотреть, как цвет ложится. Я вот беру иногда вот такие маленькие. Это вот что? Они. Это тоже перманент. Но это вот. Вот он идет вообще вот в таком, да, ну, литраж. Ну, понятно. Это как типа я пробники. Покупаю пробники. То есть я смотрю, как цвет ложится. Фирму беру, ну, высшего класса, естественно. Это либо Accent, либо Face. Ну, вот это такие как бы самые считаются премиум, премиум пигменты. Понятно. Я беру их же фирмы, малышей, смотрю, как он ложится. Если мне все нравится, то я потом заказываю больше бутылек. А если я как бы уверена, например, вот, если даже брать, например, эту карамель, то есть это самый нейтральный цвет. Ну, смысл брать его пробник, конечно, я беру сразу большой, да, такой самый ходовой. Потому что все, когда хотят сделать губы, первое, говорят, сделай так, чтобы видно не было. Я говорю, а смысл тогда их делать, если их не будет видно? Конечно. То есть нужно, чтобы все равно как бы это было естественно. Мне нужно, чтобы ну и при этом, цвет чтобы был. Как бы был цвет по-любому. Такой стол намутили. Клубничку собрали. Тут же у нас... Да, я не взяла, потому что там такой бутыль, это хлоргексидин. Хлоргексидин есть, конечно же. Да, мамуль. У меня всегда есть. Ай. Это что? Хлоргексидин. Да, насыпь ей корм, потому что я-то перед отъездом ей насыпала много. Ты вот сейчас пойди, да, и насыпь ей еще раз. А как, ты ж не видела, она в комнате стояла. А, так и я вообще за нее забыла, представляешь? Пастуха вчерашняя еще осталась, мы ее прокипятили. Да, да. Ну там корм прям возле клетки стоит у нее в пакете. В общем, вот так. Ага, давай, мы будем давай. Посмотреть. Слушай, вообще... Только туда не отвлекайся. Кто-то делает с помощью линейки, кто-то делает с помощью салфеток, замеряет. Нитки, я, да, нитки, я, ну, не знаю, я не могу так. Мне вот проще, я смотрю на лицо, я уже просто, ну, там, выравниваю, там, с помощью, там, ну, уже потом, как нарисую, я уже смотрю. Я к тому, что я это делаю на глаз. Угу. Мне так удобнее просто. Надо было снять изначально, как вот как она нарисовала вот вторую бровку. Потом я это буду фиксировать специальной ручкой, которая не стирается. Ну, она сотрется потом, когда мы все сделаем. Я просто тебе потом зафиксирую все вокруг, вокруг формы. Мы ее оставляем. Закрасила цветом, чтобы тебе было понятно, как они будут выглядеть в принципе в конце. Офигеть, вообще другая бровь.
Лена! Лена, что, что? Энджи! Это еще не Энджи, подожди. Энджи! Вот эту можно было и поменьше сделать, чтобы они ровно. Что, вниз будет твоя губа, а потом помада, да, на губах? А ниже губа твоя без помады. И что это будет? Бровки уже готовы. Красота вообще красотишная. Представляете, она забыла дома первую фазу анестезии и делала мне это надо живую, блядь. Это как она сидит и говорит, ты, наверное, первая, кому я без анестезии губы делаю. Я говорю, чё, блядь? Издевается. Представляете, без анестезии. Ну, чокнутая. Сестра, спасибо, да. Мы там первый проход сделали без анестезии. Сейчас только все начнется, подожди. Я просто зафиксировала, что сейчас... На подушке с ванной. Я думала, тут пытки какие-то вообще происходят. Почти пытки. Дай покажу поближе. Все меня снимают, да? Да, я тебе скину. А я говорю, Энджи! Все, молчи. Ой, кошмар. Убирай телефон. Сейчас я хочу чуть-чуть процесса и уберу. Я снимаю, мам. Я тебе скину. Ну, подожди тогда, сейчас. Ну, ты не должна разговаривать. Ой, Лена засветила. Сейчас мы сделаем так. Лена снимает. Процесс съемок. Ой, процесс работы. Я просто хочу показать обстановку. Я зашла. Я зашла и испугалась на самом деле. Тут просто на двух столах. Дубика не хватает. Реально, так, ты вот так заходишь, ты видишь только ноги. Лежит человек такой. Да. Ты видишь только ноги и не понимаешь, что тут вообще происходит. Я говорю, я думала, тут пытки какие-то вообще происходят. Почти пытки. Дай покажу поближе. Все меня снимают, да? Да, я тебе скину потом. А я говорю, Энджи! Все, молчи. Ой, кошмар. Убирай телефон. Сейчас я хочу чуть-чуть процесса и уберу. Я снимаю, мам. Я тебе скину. Ну, подожди тогда, сейчас. Ну, ты не должна разговаривать. Все! Ребята, это шоу. Я не знаю. Это не монтаж, нет. Это вот я. Лена, что это? Что это? Лена, что, что? У меня рот не закрывается. В общем, да. У меня нет слов. Так, ну смотрите, отечность более или менее спала уже. На бровяхе не было ее. А губы, ну так, еще нижняя. Блять, Энджи гребаная. Ну, пигмент тоже еще посветлеет. Да. Вот мастера из Сочи вызвала. Могу себе позволить. Угу. Прям из Сочи приехал. А, из Сочи я забыла. Из Сочи, да. Прям на дом приехала. Вот
сделала. И халам-балам, ехать никуда не надо. Правда, на столах, блин. Могу себе позволить. У нас с Ленчиком как бы прощальный вечер, что ли, как назвать. Завтра она уже уезжает. Мы решили креветочек взять. Шампанское открывает, пытается открыть. О, холодненькое. Ну, отлично. Ну, в общем, вот так. Всем пока-пока. Еще дообщаемся, о чем не дообщались. Такие бровки хорошие теперь у меня красивые. Энджи! Это нормально. Все. Всем до свидания.